Ребята, всем огромный привет, и мы сегодня будем прокачивать молнию Маквина в Брик Рикс. Да, друзья, это самая легендарная тачка из мультфильма «Тачки», так что не забывайте ставить лайки, как только набирается на этой серии 1000 лайков, мы сразу же начинаем снимать новую. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и прямо сейчас мы начинаем, погнали! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's realizing these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. В общем, все, друзья, мы только что прокачали наши молнии Маквин, да, ребят, те самые легендарные гоночные автомобили из мультика «Тачки». Вот, посмотрите, ребята, что у нас сделал Клим и Компотик, у них, в принципе, машины похожи, они их, ребят, сильно не изменили, только перекрасили, но, видимо, они улучшили внутренности, да. Посмотрите, друзья, что я сделал, я, получается, ребят, перекрасил машину в зеленый цвет, поставил просто огромные колеса, огромный сзади очень-очень красивый спойлер, свой стандартный, да. Ну и, кстати, красные глаза я сделал. Вот, посмотрите, ребята, что у нас сделал Волк. У нас, ребят, кстати, немножко с Волком похожи по изменениям, да, машины. Он тоже, ребят, поставил свой спойлер. Также, ребята, изменил колеса, сделал их двойными. Ну и также прокачал внутренности, то есть там двигатель, управляемость и все такое. Вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал Бейлз. Нифига себе, ребята, вы посмотрите. Это же какой-то пикап у него получился, да, такой или какой-то мини-грузовик. Нифига себе, целых, ребята, 6 колес. Колеса, смотрите, очень-очень крутые. И в целом, да, друзья, очень-очень крутой спортивный тюнинг. Ну и, ребята, Олаф, как всегда, просто, он любит делать монстров. Он, ребята, сделал просто какую-то молнию Маквин для зомби-апокалипсиса какого-то. Посмотрите на шипы. Ну или какая-то дерби-версия, да, такая. Посмотрите, ребята, на эти шипы, на эти выхлопы. На это, ребята, очень крутой спойлер. В общем, да, друзья, как-то вот так вот. Давайте мы теперь гоночки устроим. Раз, два, три, поехали. Так, давай. У меня, кстати, есть, ребят, сюрприз небольшой. Офигеть, нифига себе, Волк, ты чё такой быстрый? Вот он мой, ребята, сюрприз. Я, короче, поставил турбины на всякий пожарный. Так и знал, что кто-то, ребят, прокачает и заимбует. Вот не зря я поставил эти турбины. Получается, я, ребята, второй. Первый у нас, ребята, Бейлз. И несколько машин у нас выбывает. Так, ребята, остается буквально 5 машин. Все готовы? Раз, два, три. Поехали. Все, ребята, просто вырываемся полный вперед. А почему такой Волк быстрый? Вы серьезно? Офигеть. Давай. Ребят, сейчас обгоним. Какие-то просто, ребята, не очень крутые технологии используют. Бейлз меня, смотрите, прям, ребят, перед финишем обогнал. Капец. 4 автомобиля, ребята, буквально остается. Раз, два, три. Надо, друзья, победить. Волк, смотрите, постоянно первый вырывается. Потом он, ребят, как-то наполовине пролагивает и замедляется. Но это, видимо, что-то с Брик Риксом. Или, возможно, я уже просто настолько быстро становлюсь. О-о-о! Бейлз, ребята, догоняй. Давай. Да. Да, ребят, в этот раз я первый, Бейлз у нас второй, третий, ребята, Компотик, и, к сожалению, Волк выбывает. Ребят, остается буквально Бейлз, я, получается, и Компотик, 3 машины, раз, два, три. Давай, ребята, надо, получается, обогнать Бейлза. Компотик, ладно, он там, я думаю, не сможет обогнать Бейлза. А вот, ребята, Бейлз, вы видите, он очень-очень быстрый. И мне реально его проблематично обогнать. Почему он такой быстрый, вы серьезно, кто первый? Или ничья, или все же я, ребята, был первый. Давай, Бейлз, с тобой один на один. Два, три, погнали. Вот, вы видите, друзья, я, в принципе, да, вырываюсь. Но потом меня каким-то образом просто берет Бейлз и догоняет. Я не понимаю, как он это делает. Давай. Ой, есть, ребята, его занесло. Да. Получается, да, ребята, я победил в гонках. Но все это как-то очень неоднозначно. Просто, ребята, Бейлзу не повезло. Ладно, давайте в самый-самый финальный. Давай, Бейлз. С тобой самый-самый финальный раз, а то увидели, ребят, что-то как-то реально все очень-очень странно. Раз, два, три, поехали.
Потому что, ребят, я думаю, Бейлс может победить меня, если его машину не занесет. Если я сейчас, ребят, еще раз выиграю, значит, в принципе, все. Я докажу то, что как бы моя машина реально быстрее. Увидите, ребят, а он пролагал. Ну, короче, да, ребят, как-то вот так вот, раз я два раза подряд победил, значит, я быстрее все же. В гонках, получается, моя машина победила. И давайте мы теперь устроим дерби, погнали. Так, ребята, теперь у нас дерби, погнали. Давайте буквально, ребята, где-то два раунда сыграем. Ой-ой-ой, так, кто-то уже минус, смотрите. Да, ребята, минус уже синяя машина у нас получается. Так, волк, на, получай. Ой-ой-ой, ребята, лагает волк, капец. Вы это видели? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, пацаны, спокойно. А, я сейчас упаду. Капец, я просто, ребята, взял и упал вниз. Что это сейчас было? Так, у нас, получается, ребята, Бейл с Олафом остаются. Я вообще, ребята, не понимаю, что за мясо сегодня с Брикриксом. Что-то он немножко лагает, как-то сегодня странно. Возможно, потому что каждая такая машина где-то приблизительно по 600 деталей. Видите, ребят, 6 машин. 3500 деталей, грубо говоря. Так, и получается, да, ребята, Олаф победил в дерби. Как-то вот так вот. Так, ребята, еще один раунд дерби, финальный, погнали. Так, Олаф, получай. О, ребят, серьезно, да, минус Олаф. Нет, куда он полетел, в смысле? В смысле? Так, ребята, Олафа надо скинуть. Гуляй. Серьезно, он, ребят, лагает, посмотрите, что с ним. Все, Олаф, ты улетел вниз. Да, ребята, просто минус Олаф. Так, кстати, смотрите, ребята, Бейлса каким-то образом убили. Получается, с волком 1-1 остаемся. Так. Давай. Да, мы это, ребята, сделали. В общем, как-то вот так вот, да, ребят, такое тоже очень неоднозначное дерби. Но опять же, машины тоже, ребят, сегодня очень какие-то у нас странные. Они вроде и лагают, и не лагают. Да, ребят, давайте, так как мы с Олафом, получается, он в предыдущем раунде победил, а я в этом. Еще плюс, ребята, и дом упал. Давайте мы с ним, ребята, 1-1, финальный раунд. Кто победит, тот, ребята, получается, победил дерби. Так, ребята, мы 1-1 с Олафом остались. Но, давай. Да, ребята, мы его просто, смотрите, разорвали. Получается, да, друзья, я победил в дерби, в гонках. И сейчас у нас будет самое-самое финальное испытание. Погнали! Так, ребята, теперь у нас гоночки по кругу. Раз, два, три. Поехали. Так, у нас, ребята, двое вообще раньше времени стартанули. Ну, ладно. Так. По МКАДу мы, ребят, как обычно, едем. Надо, конечно же, победить. Так, пацаны, пропустите. Бейлс, что такой широкий? Я не понял. Давайте. Ой, ребят, смотрите, у нас Олаф вырвался вперед, Бейлс вырвались вперед. Волк, конечно, лагает по жести. О, так, дрифт, ребята, дрифт на молнии Маквине. Давай. Тихо. Вот, ребята, МКАД. Сейчас мы по МКАДу будем ехать. Два круга давайте, или даже можно... Давайте три даже круга. Да, давайте, пацаны, три круга. Почему бы и нет? Два круга как-то слишком быстро. Мы уже, ребят, по сути, один уже проехали, как бы. Так что давайте три круга. Давай. Я уже, ребят, на втором месте, надо Бейлса обогнать. Капец, конечно, что-то так пингует, лагает все. Просто жесть, ребята, в принципе, с Брикриксом каждый день творится. О, ребята, первый уже круг, получается, мы финишируем. Бейлс пока что на самый-самый первый. Я второй, третий у нас вроде волк. Тихо, налево, давай. Что-то машина у меня как-то странно очень поворачивает. То она просто бочком, да, заносится аж в поворот. То очень, ребят, как-то странно входит в поворот, еле-еле-еле. О, смотрите, по красоте просто вошли. Давай, молния Маквин, мы, ребята, сегодня должны просто победить. Бейлс, тихо, сейчас я врежусь в тебя, чувак, воу, да что ж ты, блин, там такой широкий. Просто, ребята, мы в него врезались. Так, это только, получается, ребята, второй круг, мы сейчас будем еще ехать третий. Видимо, моя машина, ребят, не совсем для таких вот гонок, да, она как бы очень быстрая, но при этом очень она как-то странно управляется, потому что у меня, видимо, большие колеса, знаете, такие под дерби, под бездорожье. А где уже Бейлс, в смысле, а че он такой быстрый? Вон, ребят, уже за поворотом, нифига себе. Вы понимаете, буквально мне стоило как-то остановиться, да, меня как-то, ребят, занесло немножко, и все. Бейлс уже, ребята, первый вырвался, блин, на полкруга практически, ё-моё. Ладно, догоняем мы его, ребята. Так, это получается, да, друзья, финальный круг, я уже вряд ли приеду первый. Я буду вторым, первый у нас, ребята, Бейлс на своем вот таком вот каком-то пикапе, грузовике. Молнии Маквин. Давай, ребята. Ну все, он уже, получается, финишировал. Я, ребята, второй. В принципе, неплохо. Компотик, ты вообще не там поехал. Получается, да, ребят, Компотик не там поехал, так что он должен объезжать все это. Третий у нас, ребята, Волк. Хотя, подождите, Олаф его догоняет. Ну, уже у Олафа, ребята, шансов нету победить. Волк, да, друзья, получается, третий. Четвертый у нас Олаф. А пятый у нас, ребята, Компотик.
В общем, да, друзья, вот такие вот прикольные гоночки, дерби и другие испытания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Всем, друзья, пока-пока-пока.